Другим темам. Контейнерные площадки станут чище, а работа техники не доставит жителям окрестных домов неудобств. Такие надежды на новую технику возлагает региональный оператор по обращению с ТКО компания «Экоинтегратор». 16 новых КАМАЗов сегодня презентовали в Архангельске. И все подробности у Натальи Пулиной. В новую реформу с новой техникой. Автопарк транспортного оператора по вывозу бытовых отходов компании «Экопрофи» пополнился 16 КАМАЗами. Теперь справляться с вывозом мусора во дворах будет проще. Техника новая, это новое поколение, класса Евро-5. По соглашению с администрацией области у нас класс Евро-4. 16 мусоровозов, 9 с задней загрузкой. 6 у нас с боковой загрузкой и 1 ломовоз, так называемая фишка. При выборе новой техники компании «Экопрофи» и региональный оператор «Экоинтегратор» опирались на результаты двухмесячной проверки и жалобы горожан, которые слились в одно пожелание – во дворах должно быть чисто после визита мусоровоза. Проблему должна решить техника с задней загрузкой, а не боковой, как сейчас, и ожидаемый парк евроконтейнеров. По нашей рекомендации в основном здесь представлены автомобили с задней загрузкой. Что это позволит? Это, конечно, позволит улучшить состояние даже самих контейнерных площадок, потому что сама технология выгрузки с боковой загрузкой, она подразумевает, что контейнер поднимается вверх, да, и начинается разлет отходов из контейнера. К тому же новые мусоровозы обещают быть быстрее и тише прежних. За одну смену обрабатывают до 3 десятков контейнеров. Новая техника выйдет на маршруты в Архангельске и покроет около 70% территории города. Еще одним шагом к чистоте станет замена контейнеров. Только в областной столице установят 1500 новых. Свою оценку первым шагам в работе «Экоинтегратора» поставили региональные власти. Оценка, наверное, удовлетворительная. Работать еще есть над чем. Я думаю, что региональный оператор эти выводы тоже делает в процессе. Мы, в свою очередь, корректируем, выставляем им требования. В планах у рекоператора обновить автопарк на территории всей области. Это значит, что в скором времени на маршруты выйдет до 40 новых мусоровозов. Наталья Пулина, Ольга Красулина, регион 29.